Патриотическое воспитание молодежи, развитие ветеранского движения и помощь пожилым людям. Такие задачи ставит перед собой и успешно выполняет региональный совет ветеранов. Сегодня организация празднует свой 30-летний юбилей. Каждый из ее участников – активная творческая личность. Своим примером они доказывают, что на пенсии жизнь только начинается. Праздничная дата – отличный повод еще раз сказать нашим ветеранам теплые слова. Из такой официальной организации получается как бы семейная организация. Вы общаетесь, вы доверяете друг другу, вы зачастую уже не можете друг без друга. Вы организовываете вечера отдыха. Самое главное, что сохранилась преемственность. Самое главное, что сохранилось желание и дальше работать на интересы нашего государства, на интересы своего города, станицы, края. За свою общественную работу многих из ветеранов сегодня наградили медалями, грамотами и благодарственными письмами. Главное же их оружие, как говорят сами ветераны, это внимательное отношение к людям, потому как ни одна государственная программа не заменит живого участия в решении повседневных проблем в жизни пожилых людей. В настоящее время ветеранская организация «Кубани» насчитывает более 1 миллиона человек. Это третья по массовости общественная организация в России.